Дианочка, ну что ж, хорошо, оставайся в детском садике. Вечером я тебя заберу. Вон, смотри, уже девочка пришла. С ней поиграйте. Мам, хорошо. Эту девочку зовут Вика. И с ней очень скучно играть, если честно. Она находится постоянно в этом инвалидном кресле. Дианочка, ну тогда тем более ее нужно поддержать. Ну идите порисуйте вместе. Привет, Вика, как дела? Привет, Дианка, все нормально. Смотри, мама купила мне новый Pop-It. Ух ты, какой здоровский, круто! Ага, мне тоже нравится очень. Слушай, Вика, а пойдем? Ой, точно, извини, ты ж не можешь. Я пойду на батуте попрыгаю, ладно? Представляете, нам в садике поставили Pop-It батут. На нем так здорово прыгать и лопать эти пупырки. Вики, смотри, как тут круто! Я даже сидя могу! Эх, да, Дианка, здорово тебе! Жаль, что я так не могу. Ой, Вики, прости, не хотела тебя обидеть. Да ничего, Дианка, я уже привыкла. Мама говорит, что меня спасло бы только чудо. Ну или какой-то там еще счастливый билет. Но я-то знаю, что чудес не бывает. Эх, ладно. Ты не хочешь порисовать? Хочу, давай порисуем. А еще лучше, давай устроим с тобой челлендж 3 маркера. Ну что, Дианочка, как в садике, все хорошо? Да, мам, все отлично, только на ужин давали опять этот винегрет, который я ненавижу. Поэтому я такая голодная, у нас есть что-нибудь покушать дома? О, покушать, точно! Макс, ты сходил в магазин? В магазин? Забыл. Да, почти сходил, Макс, сейчас! Ух, ну вроде все по списку. Интересно, у меня останется что-нибудь еще от денежек или нет? Я бы хотела купить себе еще упаковочку конфет. А это что такое? Суперприз 200 тысяч. Ого. А, это лотерейный билет, что ли? А, интересненько, если я бы что-нибудь выиграл, я бы смог купить себе много таких конфет. Сейчас пойду на кассу, пробью и посмотрю, сколько у меня останется денег. Здравствуйте, пробейте мне, пожалуйста, товары. Здравствуйте, да, конечно, выкладывайте на ленту. Вам пакет нужен? Не, я на телеге домой поеду. Что, простите? Да это я шучу, можно 2 больших пакета. Итак, с вас 1800 рублей. Хорошо, спасибо, 1800, у меня 2. 2 вычесть 1800, остается 200 рублей. Скажите, пожалуйста, сколько стоит этот лотерейный билет? Лотерейный билет стоит 200 рублей. Эх, ну на конфеты мне все равно не хватило бы. Дайте один билетик, пожалуйста. Сюда, это сюда. Так, ну вроде разобрал пакеты. Мам, я все купил. И себе лотерейный билетик. О, тут же монетка нужна, чтобы стереть защитный слой. Блин, а монетки не осталось у меня. Катя! Кать, дай монетку, пожалуйста, любую, я тебе отдам. Нет, не дам, знаю я тебя, ты у меня так все монетки из копилки выгреб. До сих пор отдаешь. Да я отдам точно, вот выиграю миллион, с тобой не поделюсь. Какой еще миллион, Макс? А раз монетки нет, то и не скажу. Иди сюда, хрюха. О, там что-то брякает, по-моему, есть как раз одна монетка. О, рублик. Отлично, вот им-то я свой миллион истеру. Дианка, Даник, наконец-то Макс пришел из магазина. Сейчас я быстренько что-нибудь приготовлю. О, Макс, молодец, по-моему, даже ничего не забыл. А что это у тебя там? Мам, это лотерейный билет. Сейчас возьму монетку и миллион свой сотру. Вот ерунда, и сколько ты потратил денег на это? Мам, да там немного сдачи было, 200 рублей. Лучше бы купил себе конфету, чем это лотерейные билеты. Какой от них толк, бумажка одна. Да ну, мам, тут же написано, я могу выиграть 200 тысяч рублей, а могу даже миллион, если постараюсь. Нужно только тут что-то стереть, сейчас я этим и займусь. Ну-ну, стирай давай, стирай. Ну вот, я же говорила, ты выиграл 0-0 рублей. Иди выкинь в мусорку. Подожди, мам, не может быть, чтоб 0-0... Я выиграл миллион! Мама, смотри скорее! Это мой счастливый билет! Это просто чудо какое-то! Миллион? Да ну тебе, это ошибка какая-то! И правда написано миллион рублей! О, ничего себе, вот это да! А? Что это Макс говорит? Чудо какое-то, счастливый билет? А моей подружке из детского садика Вики как раз и не хватало именно этого, какого-то чуда и счастливого билета, чтобы выздороветь и быть как все. Пойду узнаю, что это такое. Мама, Макс, а что вы здесь кричите? Дианка, ты не поверишь, мы богатые. Я выиграл миллион лотерейный билет. Мой счастливый билет, это чудо какое-то. Ого, это вот этот что ли? Вот он. Макс, а что ты будешь с ним делать? Как что, получу выигрыш и все потратим. Нет, я не верю. Я не верю, что можно было так взять и выиграть, а? Макс, убери пока этот билет куда-нибудь в шкаф. Покажем его завтра папе.
чтобы точно убедиться. А потом позвоним в эту, как ее там, кто эти билеты печатает, чтобы узнать, правда это или нет. Ладно, мам, хорошо. Вот он, билетик. Эх, у нас и так все здорово так-то дома. А вот Вики, Вики без этого билета вообще никак. Она без него ходить не может. Кажется, я кое-что придумала. Надеюсь, Макс не сильно на меня будет злиться. Дианочка, готова? Пойдем в детский сад. Да, мамочка, я готова, пойдем. А что это у тебя за бумажка там? А, это я взяла старый журнал. Ну, это, помнишь, Вики? У нас в группе, мы договаривались с ней порисовать. Ой, мам, что-то у меня животик болит. Срочно на горшочек хочет. Даник, да блин. Макс, отведи, пожалуйста, Дианку в детский садик. У меня тут очень срочно. Ладно, мам, а когда папа приедет? Должен сегодня. Отлично, именно сегодня я узнаю, по-настоящему ли я стал богат. Я миллионер, представляете, ребята? Дианка, пойдем скорее в садик, мне нужно еще всем друзьям обзвонить, сообщить, что я теперь супер-мега-крутой Макс. Дианка, почему она это, в инвалидной коляске-то? У нее что-то случилось? Да, Макс, она с детства не может ходить. Привет, Вики, я принесла свой журнал. Хочешь, покажу тебе, что там? Эх, бедная. Ну ладно, оставайся, давай пока. Привет, Дианка, что за журнал? Давай, покажи, полистаем. Ты не поверишь, это то самое чудо, которое нужно тебе. Это твой счастливый билет. На, смотри. Ой, 1 000 000 рублей? Счастливый билет? Дианка, ты что, я не могу это принять. Где ты это взяла? Твои родители будут против. Это очень большая сумма. А я сказала, бери, и отказы не принимаются. Это моя мама тебе с папой передали. Они случайно выиграли, вот и подарили тебе чудо, твой счастливый билет. Так что отказы не принимаются. Саша, ты не поверишь, представляешь? Макс на сдачу в магазине купил лотерейный билет и выиграл 1 000 000 рублей. Сейчас придет с прогулки и покажет тебе этот билетик. Нужно посмотреть, все ли там правильно. 1 000 000 рублей? Ты шутишь, Даша? Это, наверное, какая-то шуточная лотерея была. О, папа приехал, папа, ура! Сейчас я покажу тебе свой билет. Да где же он? Он был здесь, под матрасом. Мама, у меня больше нет билета, его кто-то украл. Макс, ну кто украл? В доме были только мы, все свои, никого чужого. Странно, куда же делся билет? Дианочка, ты не видела? Макс, мама, папа, простите меня, пожалуйста, но я этот счастливый билет подарила. Что? В смысле подарила Диана? Это миллион, это мой миллион, это мой лотерейный билет. Кому ты его подарила? Я пойду отберу. Макс, я подарила девочке Вике из детского садика, ну та, которая в инвалидной коляске. Ей этого билетика больше, чем нам не хватало. Ей сделают операцию, и она сможет опять ходить и играть, как все мы. И не нужно больше будет ей сидеть в этом кресле. Поэтому это то самое чудо и тот самый лотерейный счастливый билет, который был им нужен. Но он случайно попал тебе. Ну, у тебя же все хорошо. Мама, папа, ноги, руки, ходишь, бегаешь и прыгаешь. Ну, что тебе надо еще? Подумаешь, какой ты миллион. Да, у нее не отберешь, это точно. Ну что ж, на один день почувствовал себя богатым и хорош. Зато сделали хорошее дело. Да, Дианка? Мам, смотрите, какая она добродушная, а? Ага, молодец. Не каждая бы поступила так. Но только правда ничего, что билет это был Макса, а не твой. А, Дианка? Мам, я просто думала, что если я с вами поговорю, вы мне не разрешите этого сделать. Поэтому совершенно, совершенно случайно сделала это все втайне от вас. Вы не будете меня ругать и отбирать у Вики этот билет, а? Дианка, ты что, мы звери какие-то, что ли? Конечно, нет. Пусть у нее наступит счастье от этого билета. А вы, ребята, ставьте лайки, если тоже хотели бы, чтобы она поправилась. Подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Мам, а не нужно еще в магазин сходить? Макс, не увлекайся. Не думай, что каждый билет, который тебе попался, будет выигрышным. А? Да не, я конфет хотел.